Отличная реакция, прекрасная командная работа, точность попадания в корзину. Этих ребят, хоть и совсем юных, уже нельзя назвать новичками в баскетболе. В турнире финала четырех в Звенигороде выступили лучшие из лучших. Мои мальчишки провели 22 игры, 22 победы. И это, как говорится, последний завершающий шажок был для достижения той цели, которую они выполнили. Они стали трехкратными чемпионами Московской области. Третий год подряд уже. На площадку вышли четыре команды. Две из Старого Городка, Черноголовки и Ступино. Ребята в возрасте от 12 до 15 лет показали первоклассную игру. Сегодня я доволен. Помимо того, что был результат, они показали сегодня и красивую игру, и нацеленность на победу, и заряженность на игру в защите, и просто красоту. В прошлом году спортсмены команды Старого Городка попали в двадцатку лучших из 84 по России. Два игрока вошли в состав сборной Московской области. В ближайшем будущем ребятам предстоит побороться за первенство России по баскетболу. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».